Судьи Конституционного суда рассмотрели запрос независимых депутатов Иона Гроза, Александра Олейника и Вериала Мельника, которые обратились в КС с вопросом, вправе ли парламент изменить избирательную систему в сроки менее чем полный срок полномочий законодательного органа. И могут ли состояться досрочные парламентские выборы на основе другой избирательной системы, чем та, что использовалась на очередных 24 февраля. КС постановил, что парламент может изменить избирательную систему в сроки менее чем полный срок полномочий законодательного органа, но новая система голосования не может быть введена до досрочных выборов, а только для очередных парламентских при условии, что изменение произойдет не менее чем за год до выборов. В то же время суд постановил, что частые изменения избирательных норм нежелательны для избирателей и партий. Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Оно будет опубликовано в Monitor Official.